Всем большой привет! Мне пришла посылочка долгожданная из магазина Nail Prof. Я заказывала, тут очень много всего пришло. Заказывала я моделирующие гели. Тут есть гель-желе, гель с запахом клубники даже, так что попозже открою, попробую все. Песочки всевозможные, есть неоновые мелкие, есть покрупнее, есть помельче. В основном это меленькие, с ними удобно работать и красиво выглядят. Очень крутая голографика, есть матовая фольга для кракелюра, есть глянцевая, голографическая. Очень много бульонок, также разных цветов всевозможных. Очень много фрезочек для аппаратного маникюра. Каждый может выбрать размер и форму, какими удобно работать. Меня многие интересовались, где я приобретаю материал. Так вот, Nail Prof — это один из магазинов, где все можно купить очень по доступным ценам, поэтому ссылочку оставлю в описании. Мне уже не терпится показать дизайны с песочками, поэтому давайте начинать. Я наношу на типсик белую гель-краску и по мокрому буду присыпать наши неоновые блесточки. Я их поместила вот в такие вот коробочки, скруточки. Это очень удобно. Они все под рукой, не нужно бегать по всем пакетикам, искать, где же там эти блесточки. Все они на виду, можно посмотреть цвет. Вот я раскручиваю, выставляю их, это очень удобно. Выставлю цвета, которые мне нужны. Будем сыпать блесточки по мокрому. Я возьму пушер и притрушиваю те места, где хочу видеть цвет. Не стараюсь делать это плавно, хотя очень здорово делать таким способом градиентики, если у вас никак не получается просто красками, либо гель-красками. Так что песочками это очень просто сделать. Но я не стараюсь, я делаю такую мозаичку, вот так вот сахарный такой дизайн мармеладный получился. Мне так больше нравится. Приступим к следующему дизайну. Я беру бежевый гель-лак Харуяма, номерочек вы увидели. Я отправляю в лампу цвет. Возьму вот такие вот блесточки, они не блесточки, они как стекло. Рисую черной гелевой краской, такое как кружево, которое вязаное крючком. Оно не совсем где-то прям опрятно, это даже клево будет выглядеть. Делаю вот такую вот каемочку. Такие плотненькие кружочки, прилегающие друг к другу. Размер, конечно же, регулируется от размера ноготочка. Типсик у нас есть типсик, а уже смотрим, какого размера все и можно делать, позволяет ли ноготочек клиента. Либо на себе, если вы это делаете на себе. Чтобы это все-таки смотрелось аккуратно и нежно, все-таки кружево рисуем. И со второго уголочка сделаю такой же кружавчик. Сильно можете не выводить прям четко-четко каждую линию. Ну, я имею в виду небольшие косячки, допустимо, потому что блестками, когда притрусите, немножечко искажается. И, в принципе, не так сильно заметно. Также делаю вот такие вот всякие штучки, соединения. И теперь соединяем наши два кружева вот такие, вот такой вот паутинкой из ниточек. Все-таки имитация кружева. Отправляю в лампу, покрываю тонким-тонким слоем топа и посыпаю наши стеклышки. Также тоненьким слоем присыпаю, везде равномерно и сушу в лампе. Следующий дизайн будем делать на черной подложке. Она просушена. Белой гель-краской я рисую вот такие вот завиточки. Мне они чем-то напомнили пион. Но можно делать любые. Я сделала один вот такой, и дальше всякие закорлючечки, завиточечки, вот такие вот. Как запятые, делаем из них композицию. По мокрому я притрушиваю разными цветами песочков. Те же неоновые песочки, которые мне пришли с посылки. Вот такой вот очень яркий дизайн, классно получился. Сушу его в лампе. И после просушки отряхиваю щеточкой, и все готово.
следующему дизайну мне понадобилась также черная подложка. И рисую золотой гелевой краской узорчик, располагающийся посередине ноготочка. У нас будет такой благородный дизайн какой-то. Мне напомнил как египетский, что напомнило вам. Можно его моделировать как угодно. Располагать его только у кутикулы, делать треугольничком, сходя с кутикулы. В общем, все в ваших руках. Я вот импровизирую вот так вот. Стараюсь сделать достаточно плотные линии, они не совсем у меня тоненькие, чтобы хорошо прилип песочек, хорошо носился. И притрушиваю золотой песочек, меленький, немножко с голографикой. Хорошо притрусила, чтобы он напитался, отправляю в лампу. После просушки стряхиваю все лишнее. И получается у нас вот такой вот золотой красивый узор. И последний дизайн на сегодня. Это градиентик песочками. На черную подложку, не просушенную, я посыпаю темно-синюю песочек. Дальше идет у меня голубой. Голографика, мелкие песочки, все очень классно выглядят. Для контраста возьму такой вот малиновый и сиреневый. Очень яркий, сахарный, либо мармеладный дизайн у нас получился. Я думаю, вам понравились мои дизайны, покажу вам их все вместе. Если понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всем до встречи, пока-пока!